Добрый день, кто смотрит это видео. Захотелось мне колбаски, но не из мяса, а из печенюшек. Красивые такие печенюшки. Дедушка рядышком с бабушкой снова поют эту песню. Будем делать, в общем, колбаску. Захотелось что-то сладкого. Печенье, купленное из светофора, не очень понравилось. Поэтому будем спасать печенье. Ломаем его меленько-меленько. Села ломать печенье. А вот эта звезда, ну, прямо излезалась. Сейчас дам ей печенюшку, хотя этого делать совершенно нельзя. На. Насколько мелко получилось, вот так и поломала. Печенье жесткое, ломается с трудом. Конечно, можно было через блендер, но я картошку не хочу делать. Я хочу делать колбаску. Поэтому сейчас еще толкушечкой пройдусь и будем делать дальше. Пропорции особо я не знаю. Всю жизнь делаю я на глаз. Сколько печенья, кто его знает? Ну, поломала и поломала. Ну, наверное, пачки 2 по 200 грамм, 400. Дальше. Высыпаю сюда кружечка вот сахара. Наверное, 200 грамм. Сейчас разобью сюда 2 яйца. Растопила, ну, наверное, пачка масла 180 грамм. Раньше, помню, топили маргарин, но я с маргарином не согласна, поэтому у меня масло. Замочила изюм в кипятке, пусть маленько настоится. Можете ложить и грецкий орех на свое усмотрение, но грецкий орех я не буду, потому что мы два беззубика, я этого делать не буду. И еще у меня обнаружился апельсин, я натру цедру апельсина еще сюда. Цедру натерла и добавлю, наверное, 2 столовые ложки какао. Две столовые ложки добавила, но я посмотрю, помешаю, нужно будет, я добавлю. Теперь перемешаем все это. По цвету 2 столовые ложки какао предостаточно. А сейчас мы изюм положим. Отцедим изюм и положим в эту массу. Недостаточно, достаточно какао. Цвет такой коричневый будет, потому что у нас еще и масло будет добавляться. Нормально. Изюм я добавила. И теперь выливаем наше масло. Нашу смесь. Перемешиваем. Вот такая красивая у нас смесь получилась, очень красивая. Только знаете, маслица можно поменьше, но мне нормально, потому что у меня сейчас печенье маленько впитают в себя вот это вот масло, влагу, они будут помягче у меня. Теперь достаем любой пакет, то что из упаковки. Я делаю очень просто. Пакет разрезаю и выкладываю эту массу на пакет. Есть у вас пленка? Прекрасно. У меня нет. И пакетов много. Я разрезала пакет, разложила его. И сейчас я выложу сюда массу. Как же апельсином пахнет, цедрой. Все, на пакете лежит у меня масса печенюшная. Теперь сматываем в колбаску. Вот так и формируем ее в форме колбасочки. Смотала вот в такую колбаску. Можете делать тоненькую сырокопченую, а я сделала сервелат бородинский. Все, положила я на листик. У меня маленькие досточки, а на досточку не вошло. Положила на лист и убираю в морозилку. Достала из морозилки колбаску мою,
прошло 3 часа. Сейчас я порежу ее.